И всем привет, дорогие друзья, на связи Фриз, и это вторая часть по выживанию в городе с паразитами в Майнкрафте. Да, никогда не думал, что буду записывать такие видеоролики, но, как видите, все идет как надо. В прошлом видео мы нашли вот данное место для ночлега. Как мы видим, тут просто толпа зомбаков и всякие всячины, поэтому нам надо по-быстренькому все тут осветить, обустроить и сделать оборону. Я в следующем видео подумаю насчет обновления модов, добавления, не знаю, там турели какого-нибудь, чтобы они стояли, защищали же меня. И все вот в этом роде. Так, два угля уже есть. Сделаем сразу же факела. Нам придется так весь дом осветить, чтобы я мог полноценно в нем жить. Правда, я не подумал насчет папа-ра-папа. Этого возле воды, хотя вон вода тут, где-то вода еще есть поблизости. Неважно, с жажды не помру. Поскольку вы знаете, в прошлых видео я показывал мод, ну, на жажду, вот эти все температуры. Я собираюсь сделать здесь бесконечный источник и жить, поживать. Так, давайте поднимемся наверх, посмотрим, что тут вообще да как. Главное, чтобы на меня паразит никакой не упал. Это будет очень весело. Так, в принципе, этаж очень даже приличный. Сюда паразиты, по крайней мере, наземные, очень долго будут добираться. У меня будет время, если что, слинять на соседнее здание. Я вам потом объясню, что я буду делать здесь. А вот насчет летающих я не знаю. Те же самые турели ставить, если будет такая возможность. По погоде... В погоде все плохо. Так, надо попить. Так, сейчас холодно. Холодновато. Надо сюда. Надо раскочегарить печь. Надо раскочегарить печь. Все, да, мы греемся. Это отлично. Мне надо для стола серый бетон. А серый бетон... Так, это у нас получается смесь, как делать, я что-то не припомню. Светло-серый, светло-серый. Цемент, во. Светло-серый краситель. Ага. Гравий, песок надо мне. Значит, на утро я пойду за песком. И гравий. Песок вон я вижу, а вот гравий... Гравий вот это будет уже, как я вижу, проблема. Надо будет поставить сейчас здесь точку, блин, насчет того, что это база. Давайте прям красно. Чё ж теперь? Всё. База. Блин, оставить прям около печи. Надо еще пока, когда расцветет. Хотя ее можно сейчас попробовать поубивать. Почему еще желательно мне сейчас зачистить все? Потому что они будут распространять мне здесь паразитов. А мне на к чертям не надо. А вот здесь, в принципе, хорошая комнатка будет для защиты, если что. Да, очень прикольно. Я здесь согласен жить теперь полноценно. Так, давайте тогда перенесем все свое туда.
Все, отлично, надо сделать сундуки себе. А то я как... Какой-то, блин, не хватает на... Сундук. Несколько сундуков надо сделать. Вот. Вот сюда поставим их. Один для барахла сюда. Надо инвентарь свой почистить. Надо мяско пожарить еще. Надо уголь по минимуму использовать. Надо еще шахту сделать. У меня прям тут... Ого, задание еще сколько. Я надеюсь, это не маяк. Такс, все отлично у нас. Первая стадия. Да здравствуй. Так, здесь у нас не так. Где бы мне найти гравий? Вон я вижу следующий город. Вон там. Может пойти, в принципе, в шахте поискать он должен быть. Но опять же. Искать надо. Такс. Погода ветреная. Пон. Зачистить мне в любом случае придется здесь все, потому что если не занесу сюда паразитов, это будет, так сказать, не есть хорошо. И тогда будут проблемы не только, блин, с паразитами, но и вообще с местом жительства. Мне тогда придется переезжать, потому что они меня смогут... Могут выселить. Да уж. Весело. Интересно, девки пляшут. А как мне их... Ой! Ой! База там. Капец, дождь. Подниматься надо. Нет. Какой трэш. О. Здесь все надо освещать, как священник. Фига себе ветерок. О-хо-хо-хо! Торнадо рядом с нами проходит. Ха-ха! Надо пойти посмотреть. Редко вижу торнадо здесь. Да уж, не хотелось бы когда-нибудь попасть в него. Не горю желание. Ну, хорошо, что он ушел в ту сторону, а не в нашу. А получается, он так что ли прошелся? Да. Но здание мое вроде не сильно пострадало, меня окна выбило. И вроде бы все. И по мелочи. Так, с чё я медлю-то? Мне надо сейчас собираться. И идти.
Блин, а я где-то там мяско свое оставил. Ой, гнида. Гнида. Вот выйдешь, я тебе вот... О, картошка есть. Как мне их вот выкурить, а? Я ведь дофига раз сдохну. Ой! Нет, у меня еды больше нет. Не лайплойт. Я не отравился. Хороший день. Говно такое. Сейчас отравлюсь. Хорош, чел. Ой! Нет, не хорош, плохой. Ну как мне, блять, спусти... О, еда. Да, без пушек мне вообще сюда не лезть. Кстати, если найдем спаунер криперов, это просто халява для нас, для... что дел патроны. Это будет благодать, просто благодать. Так, да уж, мне все по дереву фигово, мне все по ресурсам в принципе фигово. Сделан очередной топорик. Надо сделать эвакуационный выход. Эвакуации, если человек хопа нырнуть и все. Да, здесь мне чтоб выйти, мне надо. Хотя я там видел. Тут ведь должна где-то вода рядом. Не допрыгивал где-то. Ужас. Нет, нет. Уйдите, пожалуйста. Жопу! Я вас сейчас всех перестреблю, блин, здесь. Погодите. Так, уже не так все плохо. Почти. Параллельно буду освещать здесь все.
Да! Это пиздец. Я их не видел и не слышал. Как мне вещи забрать? Чё придумать? Фриз, придумывай. Даже волну отсюда никак привести не могу. Хотя, лианы... Они только тут раз... Так, гнида. Гнида! Она меня столкнула. Буду пытаться попасть туда. Такс. О, яичек себя почеши. О, нет! О, какие же вы скоты! Умные причем. Я думал, они два с ними. Другим маршрутом, значит, они... Да уж. Есть альтернатива здесь? Да уж. Ай! 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 Да иди в жопу! Давай. Даун, давай, сюда. Говно ты, блин, длиннорукая. Говно! Такой мудак ты. Ты, блин, откуда? Не успел я убить эндермена. Ну все, он меня не даст жить. Пошел в срань. Ситуации хуже и быть сейчас не может. Так, надо мне попасть на высокий самый этаж, который только возможен. Все. Фу. Ну, хотя бы несколько этажей я зачистил более-менее, но я все потерял. Два кета мы появились, но противники. Мне надо сейчас... Надо будет мне все сделать по новой, но это будет в следующей серии. И всем большое спасибо за просмотр. На этом у нас конец данной части второй. Ну, с вами был Фриз. Если вам понравился данный видеоролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Если вам вообще данная тематика заходит, то напишите еще об этом в комментариях. Ну, а я с вами не прощаюсь. Всем удачи!